Всем хай, с вами Лего Хэл. Сегодня у меня обзор на мой любимый набор под названием Феникс Флинкса. Смотрим-ка, здесь у нас, конечно же, крылья у него. Это у меня набор тоже был, но, однако, у меня его инструкция осталась, как и от прошлого. Здесь у нас, конечно же, Флинкс. Фигурка хорошо сделана, поздравляю. Здесь у нас голова, фениксы, крылья. У него особенно одна функция, смотрим-ка, хотя бы. Вот так. Типа, вот так. И вот так. Трудно это делать с одной рукой. Здесь у нас пульки, как вы видите. И вы помните по прошлым роликам, что он не умеет стрелять. Здесь у нас, конечно же, сделаны лапы с огненной чик. К сожалению, вот эта фигнюшка, ну вот этот хвост, не может нормально подниматься. Вот смотрите-ка. Сразу же падает. В отличие от Лего, здесь все хорошо. Здесь хорошо похоже на Лего. Переходим к злодею. Здесь у нас стервятник, который имеет обычный чи и какой-то косу. Здесь у него какой-то реактивный дарблайдер. Или, конечно же, я не знаю, как называется. И когда уже недавно открылся новый фастфуд под названием Happy Place. Сходите туда, и очень будет вкусно. Я там буду работать. Вам понравится. Следующий ролик будет посвящен этому же ресторану. И это спонсор моего сегодняшнего видео. И этот ресторан будет отличный и вкусный. Там даже все готовят собственными руками. И там даже прикольные вот эти вафли, которые... Внутри там что-то там. Там молочные коктейли, гамбургеры. Все дешевые и цены. Гамбургеры и хот-доги стоят там по 40 гривен. Ладно. Удачи вам и всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И будет выходить, наверное, ролик раз в неделю или два в неделю. У меня еще два набора есть. Обзор будет на них. Ладно, удачи вам, пока. И вкусно кушайте. Удачи!